Друзья, если вы хотите работать в мюзикле, то я могу вам помочь научиться правильно петь. Что такое вокал, мюзикловый и любой другой? Это прежде всего правильно поставленное дыхание и звук, выведенный в резонатор. А от того, в каком музыкальном жанре решен мюзикл, зависит манера звукоизвлечения. Если это классика, это крытый объемный звук, если это поп-жанр, это близкий звук, выведенный на зубы, если это джаз, это низкая позиция, а если это рок, это рычащий звук или гроулинг. Вот и все, что вы должны знать. Ну, если вы хотите этому научиться, приходите, а я вас обязательно этому научу. Fish and jumping, and the garden is high. All your dad is rich, and ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Stop, dum, 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 fa, fa, dum, da, dum, dum, fa, fa, dum, da, dum, da, dum, fa, fa, dum, 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 fa, fa, dum. Sa, ba, da, ba, da, dum, da, dum, fa, fa, dum, da, ba, dum, 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 stop, dum, stop, ba, da, fa, fa, dum, da, dum, fa, 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 dum, ba. Fish and jumping, and a godless high. Oh, your daddy's rich, and a mommy's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Ну, как-то вот так. Захотите, позвоните, приходите.